Люба, ты готова к записи? Конечно. Круто, мы сейчас все круто запишем. А сколько будет микрофонов? Сколько будет микрофонов? Четыре. Четыре. Снимай крупный план. Вот так вот. Виолончель пишем на четыре микрофона. Вот она, красавица. А вот обладательница, тоже красавица. Еще два. Леха, скажи мне, как называется крутая студия, на которой мы пишем виолончель? Ну, классно, да? Ну, давай. Сейчас надо подглядеть там. Пойдем. Ну такое, да? Фига ты, ты вся в микрофонах вообще. Ну ты просто оборудована по полной. Круто, я даже, да, тоже не... Ты так не сбей, я аккуратненько. Круто. Ну что, ты готова? Конечно, без проблем. Подсказочка виолончелиста выглядит вот так. Идем. Сюда. Вот так удобно? Отлично. Ну все, удачи тебе, мы будем там за тебя болеть. А ты справишься, давай. Как впечатление? Очень хорошо. Все супер. Спасибо тебе большое. Это была студия MKFON Records. Тебе понравилось здесь записываться? Да, приглашаешь других музыкантов сюда? Обязательно. Всем благодарю. Спасибо.